В ночь с 18 на 19 января в Буе будет организовано крещенское купание. Об этом говорили на совещании в администрации города. О своей готовности к организации купания отчитались сотрудники администрации, специалисты коммунальных служб, полицейские, медики, спасатели. Организованные крещенские купания в Буе не проводились 2 года из-за погодных условий. По последним замерам, сделанным на днях, толщина льда на реке Костроме в районе автомобильного моста составляет 25 сантиметров, что, по словам специалистов, достаточно. К тому же резко потепления в ближайшие дни не прогнозируется. А крещенских морозов не избежать. Место для сбора людей и саму прорубь подготовят муниципальное предприятие «Дорожник» и индивидуальный предприниматель «Кузьмин». Окунуться в ледяную воду люди смогут на правом берегу реки Костромы рядом с Воскресенской церковью. В общей сложности на месте мероприятия будет дежурить 15 человек и 3 единицы техники. Это спасатели, пожарные, фельдшер скорой помощи. Сотрудники отдела внутренних дел проведут комплекс антитеррористических мероприятий и обеспечат общественный порядок. Для всех желающих искупаться фирмой «Вариант С» будет подготовлен горячий чай. Волонтеры Центра молодежи будут разливать его всем желающим. Решается вопрос установки фонаря рядом с прорубью. Буевлян ждут на реке в полночь. Отправляться на крещенское купание можно только в том случае, если вы имеете крепкое здоровье и у вас нет никаких противопоказаний. Ни в коем случае не употребляйте перед купанием спиртные напитки. Администрация города также сообщает жителям частного сектора, что после крещения будут оборудованы проруби для полоскания белья.